Дорогие друзья, наш следующий матч, это командный матч 2 на 2, и первая команда уже на ваших экранах. Легендарная, не побоюсь этого слова, одна из легендарных команд в независимой федерации рестлинга — Антон Дерябин и Слава Нескубин. Сила и скорость. Сегодня они в очередной раз на ринге будут драться вместе, плечом к плечу. Антон, как всегда, в окружении любимых фанатов. Сегодня они будут драться, как и много-много раз до этого, вместе, плечом к плечу, против молодой и очень амбициозной команды. Поэтому в очередной раз мы с вами будем наблюдать противостояние старой школы и школы новой. А вот и их соперники. Тим и Лео, команда «Надежда Америки». Буквально некоторое время назад дебютировали они на ринге независимой федерации рестлинга. Начали они выяснять отношения с так ненавистной им командой «Советы». В общем, было, как всегда, противостояние России в лице Советского Союза и Америки, в лице, собственно говоря, Америки. И вот, смотрите, требуют они микрофоны у Антона и Славы. Теперь, дорогие друзья, позвольте еще раз вам представить одну из лучших команд за всю историю независимой федерации рестлинга. Антон Дерябин и Слава Нескубин! Ну что ж, пока что никакого подвоха. Американцы представляют своих соперников сегодняших. С одной стороны странно, с другой стороны, ну, вроде бы все нормально, благородно. Одну из лучших. Понимаете, мы слева пришли в НФР не только для того, чтобы бороться с проклятым коммунизмом. Мы пришли побеждать. Мы пришли быть лучшими. Мы хотим равняться на вас. Мы хотим выступать с вами на одном уровне. И сегодня, прямо сейчас, мы вам предлагаем матч по честным правилам против реально достойных оппонентов. Вот это что-то новенькое! Зрители требуют согласия. Честно говоря, я-то думал, что это лишнее, что матч уже автоматически был назначен. Но вот видите, уважаемые друзья, я ошибся. Все-таки Антон и Слава, видимо, не ожидали, что драться они будут против американцев. Судя по всему... Неужели мы всех утомили, что такие... Судя по всему, для них это совсем стало сюрпризом, хотя я больше чем уверен был, что драться сегодня они будут против именно вот этой команды. Так, матч начинает Антон Дерябин и... Так, когда там уже американцы решат, кто из них будет первым? Антон, видите, пригрозил. Только, говорит, по-честному, не вмешивайся. Ну, хорошо. Посмотрим. Ну, силовая борьба со стороны Антона — это, конечно, издевательство против соперника, который меньше его ростом и меньше раза в два весом. Ну да, здесь, конечно, без вариантов. Здесь абсолютно без вариантов. Ух ты! Отличный бросок! Смотрите, Антон прям смакует свое превосходство. Но, тем не менее, посмотрите, американец уже на ногах. Даже смог не
ненадолго вытолкнуть Антона, но не тут-то было. Антон просто так его не отпускает. Бросок через бедро. И еще даже для камеры тут попозировал. А вот такой вот, такая вот недооценка соперника может с Дерябиным злую шутку сыграть. Все-таки со второго раза запускает он Антона, но тот сносит его просто, я не знаю, как электровоз ВЛ-80 машину на переезде. Отличная подсечка. Ну вот да, если не хитростью, так может быть скоростью и умом все-таки у американцев есть шанс. Еще один дропкик. Антон Дерябин в углу, но по-прежнему на ногах, не падает. Антон обрушивает град ударов на американца. Да, недолго, говорится, длилось преимущество команды Тима и Лео. Антон разбегается, медвежьи объятия в углу. Еще один запуск. И еще одни медвежьи объятия. Да, все. Американец поплыл. Обратный переброс. Зрители, конечно, требуют участия Славы Нескубина в матче, но у меня такое ощущение, что Дерябин, в принципе, может справиться и один. Попытка суплекса. Реверс. Неплохие удары локтем у американца. Разбег и бигбут. И на этом все. На этом все. Антон говорит, что сейчас делает карусель удачи. Но американцы меняются друг с другом. Давай его сюда, говорит. Давай сюда, Нескубина. И вот он, Слава Нескубин. Бывший чемпион в командных боях, бывший чемпион в тяжелом весе. Чемпион по американскому футболу среди юниоров в 2008 году. Вокалист и автор песен группы, музыкальной группы Grandis. Отличные скорости. Ну вот, наконец-то. Наконец-то на ринге встретились равные соперники. Я имею в виду по скорости и по силе. Да. А Слава, как мы видим, абсолютно не отвык от ринга. Даже после многолетней паузы. Отличный блок-ножниц. А на этот раз Нескубин уже уходит из-под дропкика. Попытка некбрейкера. Реверс. Вот это удары. Снова преимущество у Славы Нескубина. Запуск в угол. Чуть было судье не досталось. Разбег. Ай, как Слава промахивается. Посмотрим, чем ответит американец. Европейский апперкот. Слава реверсирует. И отличный дропкик с разбега. Да, Слава, как всегда, в форме. Сколько бы Слава не выступал, он приходит в НФР и сразу же показывает, что время над ним не властно. Блок! Вот это удар! Запуск! Здесь уже Слава промахивается, отличный кроссбади. И меняются опять американцы. Точно.
Отличный армдраг. Еще ответный от Славы. Снова американец и на болевой руки. До этого момента Антон поинтересовался у Славы, не стоит ли ему сменить так, на что Слава ответил: да нет, я сам справлюсь. Ну вот посмотрим, как он справится. Да, да, судья должен наконец-то это прервать, потому что Нескубин ухватился в канаты. Отличный удар. Такой полудропкик, полубоковые ножницы. Я даже сразу не понял, что пытался сделать Слава Нескубин, но натыкается на колено. Снова сменяются друг на друга американцы. Шилом. Ногой в лицо с разбега получает Слава Нескубин. Нет, всего лишь два, бой продолжается. Вы слышите, дорогие друзья, все сами. Антон Дерябин и Слава Нескубин, безусловно, любимчики публики. Отличный локоть. Прыжком со второго каната и... двуручный суплекс. Давай, Антон! Но бой продолжается, вырывается Слава Нескубин после удержания. Вот это удар! Вы слышали, как челюсть клацнула? Несколько ударов ногой, снова европейский апперкот получает Нескубин. Отличный реверс. И есть! Есть! Понял, Слава, сил у него практически не осталось. Меняется он на Антона Дерябина. Зрители требуют 3D. А посмотрите, Дерябин говорит: зачем, мы и так без 3D справимся. Отличная командная работа. Да, если против Славы Нескубина у американцев еще были какие-то шансы, против Антона Дерябина, я, честно говоря, особо шансов не вижу. Сейчас нарушим правила, пусть он выходит. Вдвоем. Пусть они вдвоем. Посмотрите, что требует Антон Дерябин. Он просит судьи, чтобы тот разрешил нарушение правил, и пусть они вдвоем дерутся против одного Антона. Ну так бы они хотя бы по весу с ним будут примерно одинаковые. Да, Антон Дерябин выносит Тиба и Лео по полной программе. Одного через себя. Фолловей слэм. Было головами при падении не столкнулись с Тим и Лео. Зрители по-прежнему требуют 3D. То неужели сплэш сразу на двоих? Разбег! Ай-яй-яй-яй-яй, досадный промах. Так, что теперь смогут американцы? Шилом! Ногой с разбега в лицо получает Антон Дерябин, тем не менее он на ногах. И... теперь уже отличный командный прием показывают американцы. Слава Нескубин! Миссл дропкик! Сразу на двух! Ураганный наездник с места! О, молодец, американец! Все думали, что сейчас Слава Нескубин его среверсирует и проведет какой-либо прием, но отличный реверс, боковые ножницы.
я бы даже сказал, больше инцигири, чем обычные ножницы. Бульдог! Антон Дерябин временно выключен из матча. Американцы вдвоем просто что хотят творят со Славой Нескубиным. Нескубин и Дерябин на ногах. Так они не понимают, что происходит. И вот он! 3D! Коронный прием! Прям практически с места! И карусель удачи! Слава Нескубин готовится! Гарпу! Это победа! Антон Дерябин и Слава Нескубин побеждают команду «Надежды Америки». Тим и Лео повержены. Финальную точку в этом бою поставил гарпун от Славы Нескубина. Так, посмотрите, приводят, да, пытаются они в чувство привести американцев, что будет весьма затруднительно после таких полученных в конце боя приемов. И да, признание своего поражения. Команда «Надежда Америки», да, признает свое поражение. Ну а судья фиксирует победу, точнее, подтверждает победу Антона Дерябина и Славы Нескубина. Так, Антон и Слава что-то хотят сказать зрителям. И встречайте нашего... Вот так-то! Новый ринг-анонсер Независимой Федерации Рестлинга! Бывший чемпион в легком весе! Бывший чемпион в командных боях! В команде вместе с Вертиго Ник Чуи, который, кстати, буквально некоторое время назад Ника Чуи была свадьба, он женился, мы его с этим поздравляем, ну и поздравляем с новой ипостасью его деятельности в Независимой Федерации Рестлинга, ринг-анонсер. Чуи сразу же приступил к выполнению своих обязанностей.